Всем привет! Вы на канале Бумажные обзоры. И перед просмотром этого видео я вам рекомендую подписаться на два замечательных канала по бумажным сюрпризам. Это Рай Бумажек и второй канал Бумажный Рай. Там очень яркие и классные бумажные сюрпризы. Девчонки очень стараются. Подписывайтесь скорее, кто подпишется. Ссылочки будут в описании под этим видео. Тот получит приветы на вот таких вот красивых листочках. Так что скорее подписывайтесь. И ставьте плюсик или как-то скажите мне о том, что вы подписались на эти два канала. Я вам в следующий раз передам приветы. Ну а теперь наша распаковочка. Посмотрите, какие яркие у меня сегодня две коллекции. Одна из них это для нашего победителя Алены. Она просила коллекцию кошечки-собачки. То есть здесь будет вот такие 6 пакетиков. Вика уже выбирает, она сегодня со мной открывает. Вот я покажу остальные. Здесь 6 пакетиков. В каком-то из них будет кошечка, будет, в каком-то будет собачка. Тут, смотрите, этот тоже такой прикольный. Вот. Перфорация здесь будет вот такая, верхняя. Вот. Это одна коллекция новая. Вторая у меня новинка. Это Новый год 2021, год быка. Давай я сначала покажу, какие тут будут там пакетики. Перфорациями. Да, перфорация вот такая поперечная. Не спеши, я покажу сначала. Вот, даже с таким человечком. Здесь 8 пакетиков. Выбирай. Какой мы возьмем? Хорошо, с елочкой. Остальные откладываем. Дальше заканчивается Эмон Ас. Потом нет, не заканчивается. Еще 2 пакетика кроссовки Фива. Можно? Можно. Бери любой. Черная пятница. У нас еще много пакетиков. Возьмем это. Да. Далее знакомьтесь, Боб. 3 осталось. Возьмем снапс. И последняя коллекция это «Ну, погоди». Вот такие большие тоже пакетики. Возьмем это. Микуся со свинкой выбрала. Ну и начинаем. Сначала мы начнем с вот этого каталога. И давайте его открывать. Первая коллекция, которую здесь нам нужно открыть, это Эмон Ас. Мы уже ее закончим наконец-то. Да. Вот, бери пакетик, открывай. Нам попадается последний персонаж. Какой же нам там попадется? Вот такой вот голубенький. Он вверх ногами у нас будет летать в космосе. И цифра тут 6. Сюда. Готово. Как вам эта коллекция, понравилась или нет? Если да, то отметьте это вот таким знаком, пальчиком вверх. Дальше кроссовки Фила. И это вот такой маленький пакетик. Теперь я стала делать побольше, покрупнее пакетики. По сравнению с этим, эти довольно большие. Давай, Викуся, открывай. Давай я помогу, потому что тут так далее заклеено, что не откроешь. Вот. Такой кроссовочек нам попадается. Цифрой 5. Мы его сейчас наклеим на нужное место. Готово. Продолжаем. У нас в следующий раз будет последний кроссовок. И теперь у нас коллекция «Знакомьтесь, Боб». Вот такой простой пакетик с надписью. Вам больше нравится в клеточку пакетики или на вот такой белой бумаге? Напишите в комментариях. Попадается вот такой персонаж. Поближе покажу. У него номер 3 и зовут его Боб Фокусник. Вот. Приклеиваем. На какой номер? Номер 3. Что? Нормально. Предлагаешь переклеить? Может уже не переклеиться. Хотя нет. Ничего страшного, нормально. Давайте продолжать. Следующее, что мы открываем, это следующий каталог. А в этом у меня есть для вас приветики. Перед тем, как перейдем к следующему каталогу, я, наверное, передам приветы. Это у нас проходила такая небольшая акция в сообществе. Кто подписался на один канал рекомендованный, я там пообещала приветики и подписку от меня. Это Starland TV, Дарья Вуя Бондар,
Crazy 2020, Дашины бумажки, сюрпризы от Малики, Василиса, Калинка, Кэти, Кэт, Викуша, Винтер, Штруделек, Штруделек, Катюша, Зайка, Дарина Баженова, Сосфаша, 77, Даша Кросс, ТикТок и Алена. Теперь переходим к новому каталогу. Ну, он уже не слишком новый, уже пару коллекций у меня здесь было. Вот так вот выглядит этот каталог. Начинаем мы с «Черной пятницы». Здесь ты должна открыть. Я открою сама, потому что тут неудачные пакетики получились с пергаментной бумагой, которые вообще не приклеились. То ли это скотч такой, ой, точнее клей, то ли, не знаю. Вот такая нам попадается татуировка на тело с таким котиком, который думает о, не знаю, скелете рыбы. Цифра 5. Опять на этой страничке выпадает у нас этот товар Wildberries. Кстати, не просто «Черная пятница», а именно в этом магазине. Вот. Клеим сюда. И еще один, одна ячейка у нас заполнилась. Следующее, что мы с вами распакуем, это «Ну, погоди». Вот так выглядит страничка. Точнее, их здесь две. Пока нам попался волк на первой страничке. А кто попадется сегодня, сейчас мы узнаем. Ух ты, сразу заяц тоже попался. У нас сразу два главных героя попались. Цифра 3. И мы сейчас наклеим. Клею, Куся. Сюда. Готово. Эта страничка нам сегодня не понадобилась. Теперь полюбуйтесь, как выглядит страница «Год быка». Подожди, Вика. Здесь две странички. Одна так выглядит. Давайте открывать. Угу. Вытаскивай. Пусть будет попадается. Посмотрите, у него такая надпись «Happy New Year», то есть «С Новым годом», «Счастливого Нового года», цифра 5. Ты сама отклеишь или я? Я. Давайте я пока переверну, потому что эта циферка у нас на этой страничке каталога. Какая там была цифра? 5. Приклеили. Движемся с вами дальше. Теперь кошечки-собачки. Это тоже новинка. Открыть. Хорошо, подожди. Я сейчас покажу, как открывается. А перед этим я покажу вам страничку. Тут римские цифры и вот такой фон. Интересно, на этой страничке или здесь у нас попадется сюрприз? Вот такая перфорация верхняя. Сейчас я попробую открыть вот это все дело. Следующим образом. Теперь просто открываем пакет. И что нам первое выпадается? Это собачка. Правильно, я угадала. По-моему, на этой страничке у нас собачки будут, а на предыдущей будут кошечки. Кто знает породу этой собачки, можете мне написать в комментариях. Я не знаю, потому что мы не... Ну, я видела собаку, у которой уши как волосы. 5 римская. И мы приклеиваем. Приклеиваем, Вика. Вот такая распаковочка у нас сегодня получилась. Мне понравилось. Да. И на этом все. Подписывайтесь обязательно на каналы, которые я рекомендовала в начале этого видео. И всем пока-пока.